Довольно много людей сегодня, но они вот там все расположены. Вон он, палаточный лагерь. Это справа. А я не хочу вот туда идти, ко всем ним. Мы пойдем вообще в самое пустое место, наверное. Я займусь прикормкой рыбы и посмотрю вообще, что получится из этой затеи. Людей вообще очень много. Там у меня есть каша, все такое, супчик с кашей, все это вперемешку с хлебом. Сейчас мы это все хорошенько прикормим и буду кормить, наверное, дня 4. А главное — выбрать место, где это будет все происходить. Я так предполагаю, все-таки это будет происходить. Сейчас. Сейчас я посмотрю, может быть, как раз таки в том месте, где я и ловил тогда. А главное, чтобы это место никто не занял. Вот в чем дело. Потом, впоследствии. Короче, я примерно определился. Вот они сидят. Вот там еще три палатки. Тут вот еще что-то стоит. Не знаю. Скорее всего, какая-то косынка. Так. Там мужики. И вот. Вот эти три березы, как бы надо заприметить. Надо сделать напротив них. Я уверен, если прикормить нормально, все оно тут и тут будет ловиться. Здесь глубина была, ну, метра три, наверное, четыре, когда я ловил. Вот я не помню, где я ловил. В принципе, можно... Где-то здесь, что ли, примерно. Ну, попробую вот здесь, что ли, вот. Становлюсь, вот здесь прикормлю. Вот они, березы. Под 45 градусов. Сейчас вот здесь мы сделаем три лунки. Вот, нашел я, кажется, то место, где я ловил. Здесь, видимо, вот и бурился. Как раз следы от лунок остались. Ну, похоже на это место, да. По видео потом можно еще посмотреть. Мне кажется, вполне неплохо. Сейчас вот тут вот встанем. Да будем ловить. Нет, ну ловить я сегодня не буду, я просто прикормлю. Надоело бегать вот в поисках рыбы вот этой вот. Я вот хочу прикормить прям, ну, дня 4-5. Кормить, кормить. Придет ко мне вся рыба, тогда я ее всю выловлю. Доказательство того, что я тут ловил. Вот они лежат, трапперы, которые рассыпал. Круто. Место нашел вообще четко. Хорошо, это очень здорово. Сейчас вот здесь еще пробурюсь. Кстати, не пойму, ну да ну, вообще пробурить ничего не мог этим буром. Здесь отлично все хватает. Что непонятно. Ладно, будем продолжать. Ну все, я прикормил. Жестокий план должен работать. Посмотрим, что будет. Ну, рыбка точно придет. Завтра еще перловочкой. С горошком прикормлю. И будет вообще очень даже прикольно. Ну, вот так дня 4 походить. Думаю, ничего плохого здесь не будет. Прикорм нужен. По-любому. Потому что вот эта вот беготня в поисках места, она ни к чему интересному не приводит.
Ну, вот мы попробуем по-другому, другую тактику.